Матч между командами «Стойки» и «Головки» объявляется открытым. Чемпион Российской Федерации. И снова приветствуем всех любителей хоккея на матче всех звезд дивизиона Рубин 1. В этом поединке в текущем столкнутся команды «Стойкие» и «Ловкие». Я объявлю составы. 70. Да, начнем со стойких. Играют они в золотой форме. 75-й номер Андроников Андрей. 42-й номер Бублик Денис. 24-й номер Валуев Дмитрий. 87-й номер Забелин Кирилл. 47-й номер Камышов Алексей. 79-й номер Кондрашов Павел. 37-й номер Пут Константин. 4-й номер Семенов Александр. 89-й номер Полин Алексей. Голкипер команды «Стойкие». Номер 30-й Павел Митрофанов. И уже заработано нарушение. Ворота команды «Стойких» атакует Николай Белцов, но не смог он выполнить штрафной бросок, и шайба соскочила у него с крюка. Выбрасывание будет в зоне «Стойких», а мы перейдем к составам «Ловки». 91-й номер Гуреев Сергей, 97-й номер Кураев Илья, 71-й номер Семенов Иван, 51-й номер Шестоперов Кирилл, 24-й номер Белцов Николай, который только что исполнял штрафной бросок, 72-й номер Егошин Дмитрий, 27-й номер Ковалев Алексей, 81-й номер Тютюник Станислав, 95-й номер Алмазов Антон и голкипер команда «Ловкие», 31-й номер Яненко Данил. Опасный момент был сейчас у ворот «Ловких», но с ним
Яненко справился. В атаке Валуев. Можем наблюдать у него вместо шлема. Нет, вместо не может быть. На шлеме надета забавная шапочка. Не спасает Валуев сейчас свои ворота. Буквально выбрасывает шайбу с траектории полета в створ. И начинает свою атаку. Передача на Андроникова Андрея. Ковалев с шайбой. Неточная передача. И благо подхватывает Шестоперов. По потере уже за воротами. И стойки могут начинать свою атаку. Борьба за воротами. Передача на пятак. Но не получилось никому из партнеров эту шайбу принять. Будет ли контратака от стойких? Была попытка контратаки, однако потеряли они шайбу. Шайба вышла из зоны ловких. И в центре уже вторая попытка. Даже третья попытка оттуда Константина начать атаку. Но бросок по воротам был, к слову, произведен. Но он оказался на месте. Яненко Данил. Неловкие могут выступать в контратаку. Выходить 1-0. Нужно подключить ноги. Передача на пятак. И здесь обыгрывает защитника. Бросок. Митрофанов сейвит. Павел спасает команду от потенциально заброшенной шайбы, если можно так выразиться. Вбрасывание в зоне стойких. Шайба в игре. В атаке Бублик. С обратной стороны. Ворота. Шайба причесала снова. Бублик в атаке. Передача на Забелина. Семенов. Борьба происходит. Кураев с шайбой. Но Семенов шайбу эту отбирает. И потеря произошла. Однако шайба все еще в зоне ловких. Можно ловким начинать свою атаку. И Тетюник шайбу теряет. И ах, не увидел. Подняться шел. Мог бы как-то помочь. Никто бы не заметил. Против двоих не смог выстоять. И контратака от ловких. Краев. Потеря. И вот уже стойки в атаке. Вот Константин. Опасный момент у ворот. Но на месте оказался Данил Еленко. Можно уже
Тютюнику начинать свою атаку. Передача на пятак. Грамотно перехватывает ее Камышлов. И снова атака от стойких. Остается играть 3 минуты. Ловкие в атаке. Кураев с шайбой. Алмазов шайбу выбивает. Однако Семенов его подхватывает и в атаке. Холин. Приезжает за ворота. Передача на пятак. Не смог реализовать. Камышлов. Не смог перехватить эту передачу. Тут атака все еще у стойких. Ловкий перехватывает инициативу и Чеченек бросает сейф от Митрофанова. Прекрасный. И снова бросок поворотом. И снова Митрофанов сейвит. Павел очень красиво играет. Ловкие. Перехватывают шайбу стойки. Атака за атакой идет, а голкипера как скала. За минуту никто еще не смог закатить шайбу в створ. Блицов. Бросок. На месте Митрофанов. Фиксирует шайбу. Вижу комментарии по поводу того, что трансляция дергается. К сожалению, во время встречи это никак не поправить, но во время ближайшего перерыва попытаемся что-то сделать. А он у нас через 27 секунд. Тем временем в атаке стойкие. Вот бросок. На месте Еленко. И да. Заканчивается у нас вторая встреча. Мы с вами скоро встретимся. Оставайтесь здесь, на этой же трансляции.